Кандидат в президенты от партии АУЛ Жигули Дайрабаев прибыл в Атыраускую область. Первым делом он ознакомился с ходом строительства теплицы в Махамбетском районе. Территория комплекса займет 6 гектаров земли. Посетил кандидат и музей в селе Сарайшек. Затем работники предложили ему посмотреть место, где располагалось древнее городище. Также кандидат провел агитационную кампанию в местной врачебной амбулатории, школе и крестьянских хозяйствах. Если говорить в целом, то в Махамбетском районе созданы хорошие условия для жителей. Есть газ и вода. Сегодня мы обсудили и проблемные вопросы. Радует, что истории здесь уделяется много внимания. Говорят, здесь скоро, в декабре, завершат строительство музейного комплекса Хан Ордалы Сарайшык.